Сегодня на площади памятника 800-летию Вологды в седьмой и последний раз выбрали победителя викторины «Наша Конституция». Для вологжан подготовили 57 подарков. Главным стал новый автомобиль «Лада Гранта». Пожалуйста, номер 413-747. 413-747. Автомобиль достался Юлии Кузьминой, ведущему юрисконсульту Вологодской областной клинической больницы. Когда позвонил ведущий, вологжанка находилась на работе. Сначала даже не поверила в происходящее. Вас приветствуют волонтеры Конституции. И сегодня у нас проходил последний розыгрыш. Вы принимали участие в рамках нашей викторины. Все верно? Да. Ага. Смотрели сейчас трансляцию? Нет. Если нет, то, наверное, догадываетесь, почему мы вам звоним. Юлия смогла сразу же подъехать к месту проведения викторины, чтобы получить свой подарок. С победой вологжанку поздравили представители группы компании «Мартен» и волонтеры Конституции. И вам вручаю еще один ключ от автомобиля, который нашел своего обладателя. Поздравляю! Поздравляю, друзья! Никому еще до сих пор не звонила, никто не знает. Решила вначале съездить, удостовериться сама, действительно ли это все. Не розыгрыш ли, но сегодня, неожиданно. Сегодня поделитесь радостью. Ну со да, всеми, сейчас наверное. Прямо. Как планируете, кто будет ездить на автомобиле? Пока еще даже не думала, но езжу в семье только я. Всего за неделю проведения викторины ценные подарки получили более 300 вологжан. Два жителя нашего города стали обладателями новых автомобилей «Лада Гранта». Всего на Вологодскую область подготовили порядка 3000 подарков. В городах викторина подошла к концу. Завтра последние подарки вручат жителям районов. Карина Ершова, Михаил Протасов, Вологда РФ.